Торговый оборот Китая за первые 7 месяцев года вырос на 18,5% в годовом исчислении. Такие данные обнародовало Главное таможенное управление КНР. Подробности в репортаже моих коллег. Почти 15,5 триллионов юаней. Такой цифры достиг внешнеторговый оборот Китая за первые 7 месяцев года. Объем экспорта превысил 8,5 триллионов, что на 14,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем импорта приблизился к 7 триллионам, увеличившись на 24%. Активное сальдо торгового баланса составило чуть более 1,5 триллиона, сократившись на 14,5%. В первые 7 месяцев года ситуация в глобальной экономике значительно улучшилась. И то, что внешний торговый оборот вырос на 18,5% – продолжение тенденции, начавшейся во второй половине прошлого года. Я уверен, что во многом это происходит благодаря проводимой в стране структурной реформе предложения. Одними из главных торговых партнеров Китая в первые 7 месяцев года стали страны одного пояса, одного пути. Товарооборот с ними превысил 4 триллиона 120 миллиардов юаней. Это больше показателей за январь-июль 2016 года на 22,4%. Товарооборот с Россией вырос на 32,5%, с Казахстаном почти на 47%, с Польшей больше, чем на 25%, с Малайзией на 21,2%. Большой вклад в развитие торговых отношений с соседними странами внесли западные районы Китая. В Синьцзяне говорят, что этому способствовала поддержка государства и новые меры, упрощающие торговый процесс. Так, например, в Харгосе открылась новая служба доставки товаров. Теперь гостям, как из других районов Китая, так и из-за границы, не обязательно запасаться чемоданами и самим везти покупки домой. Можно просто заполнить документы, и их доставят курьерские службы. С одной стороны, это очень удобно нашим клиентам, с другой, это помогает нам собирать данные о том, в каких районах какие из наших товаров наиболее популярны. Таким образом, мы можем становиться более клиентоориентированными и лучше выстраивать логистические маршруты. По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли со странами одного пояса, одного пути за первые 7 месяцев года вырос на 4% пункта сильнее, чем внешний торговый оборот Китая в целом. Юлия Жень, CGTN.